Порыв магистральной сети произошел в Рудном. Устранением аварии на тепломагистрали уже занимаются. Как сообщили в отделе ЖКХ города, место порыва определено. 33 жилых домов, одна школа, детский сад и колледж находятся на циркуляции без нарушения теплового режима. После того, как будет произведен раскоп порыва, на период устранения аварии подачу тепла придется прекратить. Работы будут вести в экстренном режиме аварийные бригады до полного устранения аварии. Объекты в настоящий момент находятся по циркуляции. После того, как будет произведен раскоп порыва, на период устранения аварии объекты временно, на короткий промежуток, будут отключены от циркуляции. Работа будет вестись в экстренном режиме аварийными бригадами ТОУ Руднинские теплосети до полного устранения аварии.